Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва призывает активизировать работу по привлечению к ответственности за нарушение санитарных норм. По данным мониторинга, состояние почвы в сравнении с показателями прошлого года ухудшается. Причинами загрязнения являются увеличение количества твердых бытовых отходов, несовершенство системы очистки населенных мест, несанкционированные свалки и несоблюдение других санитарных правил. Высокий уровень загрязнения почвы может влиять на содержание химических веществ в питьевой воде и водоемах. Особую тревогу вызывает состояние популярных зон отдыха. В связи с этим главный государственный санитарный врач Республики Тыва издал постановление с рекомендацией взять на жесткий контроль благоустройство и санитарную очистку территорий. Следует ликвидировать несанкционированные свалки. Необходимо привести в соответствие требованиям санитарного законодательства содержание контейнерных площадок. Далее новости короткой строкой.